Эй, всем привет! Давненько мы с вами не виделись, особенно в таком формате, формате видосов. К сожалению, сейчас время особо нету, поэтому даже постримить просто-напросто не получается. Урвал для нас с вами минуточку и вот решил выпустить ролик, небольшой такой сюрпризик, скажем так, сделал. Кстати говоря, заходите к нам в Телеграм, там я, к сожалению, сейчас тоже особо часто не пишу, но хотя бы будете в курсе, если вдруг что-то будет такое интересное происходить на канале, то там обязательно это будет поститься. Всех жду. Ну а меня по-прежнему зовут Морг, всех рад приветствовать, и сегодня мы с вами посмотрим игру Outpath, она называется, это у нас кликер со сбором ресурсов, постройкой базы, короче, со всеми такими вещами, которые мы с вами любим. Очень похоже на NavForager, но здесь все это будет происходить в 3D. Тоже новенькая, свеженькая, только вот-вот-вот буквально вышла. Ну что, давайте знакомиться с игрой. Нас сами интересует новая игра, естественно. И игра нас с вами встречает вот таким вот объявлением. Прежде чем начать, мы с вами можем включить режим удержания клика. Ну, то есть мы с вами не будем кликать на мышку постоянно, убивая ее тем самым. Да, можно будет просто зажать кнопочку, и она будет как бы собирать ресурсики. Но в целом я не то чтобы вижу смысл в этом. Тут есть в дальнейшем, скажем так, уже такая функция, точнее, такой вот предметик, который нам поможет эту самую функцию разблокировать. Поэтому, в принципе, нет, я думаю, сейчас ничего страшного, покликаем немножко, а потом уже увидите, что будет дальше. Ну что ж, встречает нас игра вот таким вот образом. Тут, собственно, те же самые острова. Тоже надо будет докупать их, чтобы появлялись новые. Там, возможно, такие же биомы, возможно, нет. Возможно, что-то новенькое с новыми ресурсами. Ну и расширять территорию все равно будет, скажем так, полезно это самое расширение, потому что больше ресурсов, во-первых, да, во-вторых, будут появляться разные книжки, разные умения там. Ну, короче говоря, все это мы с вами сейчас в дальнейшем увидим. Пока что давайте немножко пособираем, покликаем, да, в кликере. Собственно, что здесь еще нужно делать. Заполним наши кармашки. Как видите, у нас с вами слева сверху есть тоже шкала. Их там две штучки. Сверху, снизу. Снизу, как видите, мы с вами собираем, потихонечку уменьшается наш голод. Ну и если мы с вами доведем ее до нуля, то потом уже пойдет в дело верхняя шкала. Это наша энергия. Ее, конечно, опускать до нуля нельзя. Не хотелось бы, короче говоря, вот. Поэтому нам с вами нужно будет также обязательно кушать. Ну, благо вы уже могли заметить, что у нас с вами здесь есть кустики такие ягодные. Мы с вами из деревьев там собираем еще фруктики, апельсины. И их можно, в принципе, в таком виде, каком они есть, кушать. Можно будет из них кое-что делать интересненькое. Там какие-то пюрешки, но это чуть тоже попозже уже. Ну и давайте посмотрим, что нам сами игра предлагает. А говорит, нам сами сейчас сделать следующее. Верстак, говорит, построй. Собственно, этим мы сами и займемся, но после того, как мы сами посмотрим на вот это вот изваяние, здесь мы сами, как видим, можно закинуть денежки и тем самым расширить биомчик. 350 первое расширение строит. Построить стоит. У нас с вами сейчас, как видите, 218 есть. Ну а деньги мы получаем просто путем сбора ресурсов. Опять же, капают с каждого практически кустика, даже с такой маленькой травки. Так что просто бегаем, пока собираем ресурсы, копим и так далее. Ну и, естественно, строим верстак тот самый. Сейчас мы с вами давайте посмотрим, куда мы его здесь прилабуним. Кстати, прикольно, можно забираться вот так вот по скалам. Прямо прыжочком забираешься на самом верхотуре, но здесь тоже собираешь разные ресурсики, которые могут тут располагаться. Ну, сейчас у нас тут залежи меди присутствуют. Так, давайте осмотримся. В принципе, остров не такой уж большой, он буквально один. Кстати, тут пробовал до этого играть, там хотя бы парочку островов было, тут нас с вами что-то совсем прям обделили. И везде что-то есть, да? Ну, хоть это здесь стройся. Ладно, я думаю, что мы с вами потом все это перенесем, как нам с вами удобно будет, естественно. Даже какая-то вроде как постройка прям откроется потом в дальнейшем. Ну, в общем, увидим. Давайте смотреть. У нас здесь такое вот менюшка есть снизу. С разными пунктиками она у нас. И есть прочее, где мы с вами можем построить сейчас стол исследования. Это чуть позже. Нам нужно производство. Вот он, собственно, верстак. Кстати говоря, так-то начереет потихонечку. Ну да ладно. Давайте развернем его в нашу сторону. Поставим здесь и посмотрим, что на нем там можно производить. Как мы видим, здесь у нас кремень. А здесь у нас есть песочек, есть притертые ягоды. Пюре из апельсинов то самое. Да, вот, кстати говоря, нужно еду сделать. Давайте посмотрим. Мы с вами пока можем... А мы не можем создать. А ягоды? Ягоды можем. Давайте сразу максимально две штучки сделаем. И будем их кушать. Как видите, здесь еда тоже всякие разные бафики раздает. Вот, например, ягоды. Два дополнительного урона от кликов. А апельсиновая пюрешка шанс. Шанс крита, да, плюс 12 дает. Что еще с вами можем здесь сделать? Кремниевый топор, кирка, собственно, меч идет и лопата. Ну и каждый вид инструмента для определенных вещей. Например, топор, чтобы рубить, да, естественно. Кирка, там, урон камня, меч для существ и лопата насыпи и растения. Вот как так. Так, ну, пока мы с вами тут смотрели, разглядывали, нам в кармашке все и нападало уже.
Давайте в кармашке глянем, что у нас там с вами есть. Еда, вот можно ее сюда на панельку поставить. И поедим ягодки. Оп, и как видите, немножечко у нас с вами восстанавливается. О, и энергия, да, и заполненность нашего желудка, голод уменьшается. Кайф, ну и пока продолжаем дальше собирать. 345 денег у нас с вами сейчас есть. Мы, в принципе, можем пойти расшириться, а можем пойти поставить, например, стол для исследований. Давайте, наверное, сейчас вот с этого начнем. Со стола для исследований поставим. А у нас там не хватает цветочка. Ну, тут они есть, я вон видел. Дайте мне, пожалуйста, цветочек. Как не хватало одного. И сейчас тогда водрузим его здесь. Посмотрим, что за стол такой для исследования. Что там можно исследовать. Здесь, да, у нас с вами разные новые рецепты открываются. Вот, например, мы с вами можем изучить печь за 50 денег. Кстати говоря, разблокируем. Давайте исследовать тогда. И как раз пойдем сразу, наверное, новую территорию себе откроем. Во. Сейчас будем искать, куда оно открылось. А? О! И смотрите-ка, другой биомчик, песчаный. Ну и, как я говорил, мы с вами открываем биомчик. Что это такое интересное было? А, биомчик, и здесь есть пару книжечек новых. Вот они нам дают, собственно, разные новые умения и так далее. Например, трепка уменьшает здоровье объектов на 8%. Но быстрее будем их добывать, соответственно, и так далее. Вот, и вторая книжка нам, собственно, справка. Позволяет видеть важную информацию о некоторых постройках. Ну, тоже довольно прикольно, как будто бы. Давайте возьмем. Разблокировано. Ну, небольшой биомчик, должен сказать, он с вами открылся. Здесь, собственно, песок вокруг. Насыпи, да, немножко камней. Что здесь сверху есть? Тоже какая-то руда. Ну, вот уголечек. Можно подобывать чуть-чуть. В принципе, камушки. Нам тоже пригодятся булыжники, камень. С него тоже полезные штуки будут падать, я думаю. Ну и сейчас мы с вами пойдем да посмотрим на наш стол исследователя. Там наверняка уже все готово. Можно будет поставить печку. В печке там тоже новые разные рецепты. Как, в общем-то, и в прочих других новых станках, которых у нас пока что сами здесь и нету. Ну, пока бегали, то у нас с вами уже дерево выросло опять. Но на самом деле ресурсы здесь довольно шустренько восстанавливаются. То есть, в принципе, я думаю, проблем с ними не будет. Хотя, как вы знаете, кто может знать, сколько там в будущем понадобится их. Наверное, очень-очень много, я думаю. В подобных играх обычно так и бывает. Ну и не забываем, конечно же, про еду, потому что вот она у нас потихонечку заканчивается. А кушать хочется. А вот и коровки появились, кстати говоря, смотрите-ка, здрасте. Так. Их тоже можно атаковать, собирая, так сказать. Из них что-то нам с вами сейчас упадет. Он там миска немножко нападала. По идее, с них там шкурки должны падать. Но они как бы особо вроде не против, чтобы их вот так вот, так сказать, на компоненты разбирали. Да, и, собственно, у нас с вами появлялась новая еда. Мясо мы с вами тоже потом сможем пожарить. Это, по-моему, как раз-таки делается в печи, если я не ошибаюсь. Давайте-ка посмотрим, можем ли с вами сейчас печку построить. Что у нас с вами здесь еще есть? Декорации. Пока еще не заблокировано. Лесодобыча тоже пока. Магия тоже нету. Ничего здесь нету. Вот, а печка есть. Здесь ко мне надо. Они как раз-таки имеются в кармашке. Ну, давайте поставим тоже. Где-нибудь вот тут. Печка возле камушка. Пускай будет бабах. Что мы с вами можем здесь сделать? Уголечек, кирпичи, медный слиток, стекло, приготовленное мясо и рыба. Рыбу пока мы с вами добывать не сможем, но потом там в дальнейшем тоже будет такая возможность. И мы с вами сможем сейчас... А, у нас уголек один, поэтому пока один кусочек мяса и сделаем. Но так или иначе, еда у нас будет. Давайте вон там уголек пособираем сверху. Я видел, он там есть. Нам точно пригодится эти. Окей, собрано. Давайте пойдем, наверное, обратно. Только сейчас еще вот немножко насыпи соберу. Как видите, у нас уже еда вот-вот-вот-вот-вот закончится. Но благо мяско-то у нас теперь готовое есть. И я бы собрал с удовольствием каких-нибудь ягод там, например, бы. Но что-то я ягод-то не вижу. Коровка заныкалась. Ну, стой, коровка. Давай-ка мы тебе тоже на компоненты немножко разберем сейчас. Стой, стой, стой. Это молодец. Кармашка полезает, давайте и пойдем, наверное, сейчас обратно к печкам. У нас еды совсем плохо, что у нас есть покушать, давайте. Приготовленное мясо сюда, пожалуйста, тоже давай, съедим тебя. Во, хорошо, так уже гораздо лучше, это дышится проще, да? Так, апельсины у нас с вами 4 штуки есть, еще мясо есть. Волокна еще есть. Ну, мясо хочу еще сделать, давайте, максимально 3 штуки, вот, уголь теперь есть, отлично. Сейчас немножко мяса с вами наберем, будет что покушать. Так. Давайте-ка топор, наверное, с него начнем. Мы в любом случае будем с вами делать все-все-все, потому что нам это нужно будет. Создавайся, говорю. Вот, отлично. Так, и здесь у нас новые штуки открываются. Кстати, есть спальный мешок, который нам позволяет спать. И восстанавливает нам энергию при этом, кстати, тоже неплохая штука за 100 денег. Ну, давайте исследуем, потом такой кацкий станок, что-нибудь еще исследуем, посмотрим.
Пошло добро, вот, уже лучше, уже хорошо. Я хочу еще мясо съесть, кстати. Так, нам там предлагают посмотреть, у нас появился топор, опа. И мы, конечно, его тоже сейчас сами сюда сразу давайте. Заготовленное мяско пока вот так. Я думаю, пару штучек съедим, вот, хорошо прям чувствуется на эти сытость, буквально как будто бы сам поел. Ну и теперь берем в руки топор и идем просто вырубать вообще все почистую. Как видите, деревья стали гораздо быстрее рубиться. Даже прям буквально невооруженным глазом видно. Еще у нас с ним появились курочки, курочка, стой на месте, спасибо. С нее тоже что-то там, какое-то мясо падает, что-то еще, может перья, может еще что-то подобное. Ну и пока все, пока собираем дальше, кушаем, не забываем, чтобы не отъехать здесь от голода. Благо у нас с ним скоро появится, я надеюсь. Спальничек, там тоже можно будет немножко восстанавливаться на нем. И, собственно, это супер хорошо, как мне кажется. Пока здесь пылесосил, уже и ночь наступила. В принципе, давайте сейчас, наверное, пойдем посмотрим, что там у нас по исследованиям. Может, уже сможем с вами спальничек поставить. Было бы довольно-таки неплохо, я считаю. Да, можно было бы улечь немножко поспаться. Ну, наоборот. Поспать, улечься, да, я хотел сказать. Но что-то пошло не так. Где-то я свернул не туда, и вот оно как получилось. Так, ну тут сверху тоже давайте камушек немножко соберем. Чуть-чуть руды сейчас. Надо будет руду плавить тоже в печи. Благо у нас с вами угли есть. И заодно немножко с вами восполним нашу энергию. А то, знаете, много сил уходит, пока ты ковыряешься эту руду. Ну, сами прекрасно все это видите. У нас с вами уже 900 денег так-то есть, кстати говоря. Можем с вами еще территорию одну открыть. Ну и да, как видите, здесь тоже можно немножко предметов заказать. 150, я не очень понимаю, 150 это, скорее всего, наверное, количество предметов за определенную стоимость. 15 медных слитков, что 150 древесины, это прям как будто бы сейчас очень много. Хотя, кожа 3 штучки и блесна еще есть, но ладно. Я думаю, что пока с ним брать не будем, потом попробуем уже с этим как-то, опа, ягодки, взаимодействовать. Так, ладно, все, я сейчас опять, мне кажется, уйду заболтаюсь и пойду собирать все подряд. Бабочки летают, но пока их собирать тоже сами не можем. Там нужен специально обученный сачок для этого, естественно, все не так просто, как могло показаться с первого взгляда. Ну что, давайте пока еще подойдем к нашему столу и посмотрим, что можем исследовать. Здесь у нас появляется, кстати, как раз сеть для отлова. Но нам нужен прялка, потому что там мы будем всякие штуки делать полезные, и потом уже сможем как раз сделать нить вот здесь. Поэтому давайте для начала его возьмем. Зайдем сюда. Так, уголек у нас с ними из древесины также делается, но можем половинку заказать, можем там штучек 8. Пускай создается пока что. Кирпичики и прочее, ну окей. Мы с вами можем так-то еще поставить, конечно, несколько верстаков, чтобы там у нас это все дело быстрее, шустрее. На одном одно, на другом другое. Сделал, например, еще мясо хочу сделать. Максимально, пока одно только. Ну создадим, хотя покушать надо что-то, да. Оп, мясо еще есть. У нас с вами 666 денег, неплохо. Так, супер, все. Здесь у нас с вами изучилось, тут еще появилась новая штука. Улучшенный верстак, кстати говоря, позволяет создать улучшенные предметы. Но нам там нужны будут камень, медные слитки, кирпичи. Это нам с вами еще предстоит только наделать. Есть некий почтовый ящик. Рецепт позволяет читать действительно важные письма. Какие важные письма, хрен его знает. Медные слитки, древесины, мне нужно 550 денег, он стоит, кстати говоря. Но тут дальше все еще дороже идет, поэтому как будто бы не то чтобы сильно дорого. Бабочка опять же летает. Так, давайте дальше. Нам кирка точно нужна будет, сделаем ее, да. Можем, в принципе, с вами поставить еще один верстачок. Ага, нам мешает этот вот замечательный цветочек. Сейчас мы с вами тогда давайте еще раз поставим его сюда. О, кайф. А вот и кирка готовая, кстати говоря, к приключениям. Давайте тоже брать сюда сразу. Ну, так вот инструментики поставим, чтобы было удобно переключаться. Как раз теперь можно и камушки быстро копать. О, быстрее дело пошло, балдеж. Супер. А, мне нужно построить стол исследований. Новые рецепты. Так, в смысле, у нас же стоит уже стол исследований. Это чего, игрушечка? Как-то немножко припоздал маленько, да? С подсказочкой. Так, я бы хотел вот что сделать. Спальник. Это нам с вами точно пригодится. Прям здесь и поставим. Во, будем здесь с вами отдыхать. Так, ну-ка давайте-ка взаимодействовать. Все, мы с вами спим. И как видите, у нас немножечко пополняется энергия. Правда, голод все равно идет. И потихонечку нагнетается. Ну ничего, ничего, ничего. Сейчас мы с вами зато с полной энергией как проснемся, бодры, веселы. Останется только немножко что-нибудь приготовить, поесть. А вроде как что-то есть. Вот немножко мяса есть. 8 этих, 2 вот этого вот есть. Мы с вами можем все, в принципе, здесь тоже приготовить. Давайте 4 сразу с вами пюрешки из апельсинов сделаем. Почему бы и нет. Кременник говорит, о, здрасте. Нормально такая притусовалась коробочка к нам сюда.
кремень с вами тоже можем делать, я так понимаю, из камня просто. Ну да, да, да. Х2, половина, давайте сделаем. Нам кремень нужен будет, это мы с вами потом как раз таки будем себе еще инструментики доделать. Нам с вами нужно еще меч и лопату сделать, чтобы как раз таки вот разбираться и с коровкой в том числе, хотя не то, чтобы как будто бы была проблемка с ней разобраться. Так, так, ну ладно. Мне нужно есть, то голод прям совсем что-то нас с вами замучил. А место одно было только. Сейчас мы с вами пюрешек еще нахватим здесь и давайте тогда поедим. Что пюрешки прям вообще хорошо заходят. Давайте-ка. Ну-ка. О, парочку. Во-во, отлично. Супер, можно еще немножко поспать, чтобы восстановиться. А я думаю, все уже, да, смысла дальше нет. У нас уже на полную энергию. Это сами забавно, скажем так. Ну что, теперь копить денежки, получается, новые рецепты и на новые территории. Я думаю, что мы с вами сейчас, во-первых, поставим новый верстак, да, давайте-ка. И у нас там в производстве он есть, кирпичи нужны вот для него, видите, что-то новенькое. Кирпичей у нас с вами пока что нету, но мы их также делаем. Песок, камень и уголь. Максимум 3 пока можем сделать, но вот 3 и закажу здесь, чтобы оно потихонечку ковырялось. И тогда давайте за 800 денежек купим новую территорию. Почему нет? Сейчас с вами что-нибудь... где-нибудь увидим. О! Ах ты, ядрись, колосить, а что так далеко? Окей. Ладно. Не уверен, что будет, если прыгнуть в воду. А, ну, в целом, мы с вами забираемся. Хорошо. Здесь у нас есть сияние. Сияющие ресурсы будут появляться с Х5 добычей и Х10 кредитами. Звучит как неплохое вложение, знаете, да? И где-то наверняка есть еще одна книжечка. Я... Во! Да, что у нас именно книжечка? Жизнь существа появляется на 10% быстрее. Во, это хорошо, это больше мяса и всего остального. Это прям супер кайф, но не кайф, что так далеко, конечно. Как-то оно прям вообще очень далеко упало от нас. Но мы вроде как с вами допрыгнули обратно, получится. Эй. Ух, а, подождите, стоп, плавать можно? А, так супер, вообще можно не беспокоиться, можно и туда плыть. Все, отлично. Тогда проблем быть вообще не должно. Вот так вот доплыли и забираемся. Какое-то супер светящееся балдежное. Оу, фига себе здоровое дерево. Видимо, сейчас много древесины насыпет. Давайте попробуем срубить его чуть быстрее. Немножко работаем ручками, давайте. И бам, 150 денег и много древесины. Да, еще и апельсинки, вообще кайф. Сделаем себе немножечко еще еды. И давайте на соседнем верстаке сразу, короче говоря, вот это вот сделаем. И сделаем лопату. Тоже хочу. Лопат тоже надо, но благо сейчас пока первые инструменты делаются довольно быстро. Мы с вами лопату создаем. Ну и идем, естественно, наш рюкзачок. Сюда сразу меч. Ну, давайте сейчас немножко, наверное, по-другому сделаем. Первый пускай будет меч. Потом пойдут инструменты. Там кирка, топор. И вот сейчас еще лопата у нас с вами появляется. Во! Все, получается, у нас есть full комплект, отлично. Ну, сейчас дело-то пойдет. Теперь у нас с вами очень шустро-быстро, я думаю. Будем с вами для нужных ресурсов собирать нужные инструменты и прям вообще кайфовать. Вот, ты думал, что тебя не увижу, да, коровка? А нет, у нас теперь есть меченка, иди сюда. О, хорошо, слушайте, как прям балдежненько. Там много руды, я смотрю, на том острове прям очень хорошо, замечательно. Хотя у нас как бы не то, чтобы здесь какой-то недостаток ее был, тоже, в общем-то, она имеется. Ну, давайте сейчас немножко угля пособираем. О, курочка бегает. Надо будет ее тоже собрать обязательно. Нам нужны там были кирпичи, кажется, или что-то такое. Да, еще нам нужна была очень сильная еда. Давайте-ка апельсинки. Сейчас пока поедим, пожуем. Нас сами тоже неплохо так восстановят. Во, кайф. Ну давайте, вот сейчас еще немножко денег, и мы с вами почтовый ящик тот самый раздобудем себе. Вот правда не знаю, что там за очень важные письма. Надеюсь, они будут действительно очень важными и очень хорошими. Видите, привет, курочка, подожди. Точнее уже, ладно, в кармашек иди. Давайте мы с вами здесь пособираем. Лопата есть, да, у нас с вами тоже для растений. Типа там насыпи, там вот в песчаниках в этих. Это все тоже шустренько, быстренько у нас с вами собирается, отличненько. А, неплохо ты расположилась, курочка. Только извини, конечно, это моя кроватка. Так что придется тебе отсюда уйти, к нам в кармашек примерно. Там тоже довольно-таки уютно. Опачки, кто-то у нас с вами там новенький появился. Ну-ка, это что такое, давайте посмотрим. Это у нас черепаха. Украсть панцирь, это мне надо, давай. А где черепаха? Я забрал ее вместе с панцирем. И какие-то супер блестящие штуки у нас ими здесь. Давай, о, да. Много-много песка, видимо, нас сейчас насыпет отсюда. Ну, давайте собирать.
А сколько на Сами денег? 1100, а сколько Новая Земля стоит? По-моему, 1300, да, или что-то такое. 1600 даже. Ладно, пока собираем тогда. Давайте что-нибудь приготовим, наверное. У нас там мясо какое-то было, или что-то типа того. Угольки там можно было немножечко наготовить себе. 4 штучки, но рыбы у нас пока сами нету. Давайте кирпичи там еще понаделаем. Половину создать, не то что прям супер много, но что-то есть. Здесь что мы с вами можем сделать? Еще вот эти ягодные штуки тоже давайте. Чтобы не проставили у нас, да, давайте еще апельсиновые пюрешки, вообще кайф. Отлично. Ну, пока ладно, пока, наверное, тогда сейчас. Ладно, хотели, давайте возьмем медные слитки мы с вами сейчас выплавим. Давайте исследуем, поставим почтовый ящик. Пускай будет. И пока пойду-ка я вот туда, наверное, сейчас пособираю. Там как раз руды довольно много. Единственное, что у меня не очень много сейчас сил на все это. Давайте-ка мы с вами зайдем и посмотрим. У нас там приготовленное мясо есть, пюрешка апельсиновая есть, да и все. Ну, сейчас поедим хоть немножко. О, 3 апельсиновых штуки, отлично. Еще и бафики с них получим. Кайф, ну и пошла работка, давайте, погнали. Сейчас будем здесь просто все пылесосить подчистую, потом идти это все дело плавить надо будет. Как раз он еще и уголь нужен нам с вами тоже. Для дальнейшей работы, так что прям не зря сюда пришли. Ну, неплохо, неплохо, слушайте, все подчистую забрали. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами еще один стол исследования поставим, чтобы вот эта вот, возможно, надпись ушла, было бы очень неплохо. То она же прям так и висит, и висит. Вот мы с вами можем скопировать постройку. Ага, ну давайте. Так, просто поставим тебя здесь. Мне нужно построить стол. Я построил стол для исследования, игра. Вот он. Смотри, стол для исследований, он у меня есть. Что у нас тут еще открыло? Смотрите-ка, это что такое? Улучшатель навыков. Позволяет улучшать навыки за кредиты. Неплохо. Верстак, наковальня, видели? И зачарованный стол. Позволяет создавать базовый магический предмет. Магический предмет, звучит прикольно. Ну, ладно, окей. А можем ли мы сами как-то это дело убрать? Может быть? Как-то, видимо, пока нет, да? То есть мы такие с вами поставили... И все, и вот он у нас он здесь стоит и стоит. Ладно, возможно, в дальнейшем что-то у нас откроется, такая возможность. Ладненько, мне прям супер интересно все-таки вот это вот добро. Ну давайте, допустим, не знаю, ну дерево. Получить древесину. Ага. Так, а за что я получил ее? Просто так? Ничего не пишет, но 98 осталось. Ладно, давайте слиток хочу. А, она больше ничего не дает пока мне. Окей. Но нам с вами еще немножко накопить, и мы с вами сможем еще раз расширить биомчик. Это хорошо, потому что там еще появятся какие-то книжечки с перками, с нашими замечательными. Поэтому я думаю, что сейчас наковыряем. Да, откроем биомчик и посмотрим, что там будет. Должно быть что-то очень интересное и, естественно, полезное. Ну что, есть хорошие новости. У нас есть кредиты. Сейчас пойдем с вами открывать новые земли. Так, давайте-ка еще пока что. Я хочу сделать вот это. Я хочу сделать вот это. Это еда, это нам очень надо будет. 5 того, 3 сего. О, еще черепашка. Ну-ка ты панцирь свой. Вот она. Тебе бедная. Ну-ка, подожди. Опачки. И с нее тоже что-то упало. Отлично. Подожди, не убегай. Стой на месте. Мясо, спасибо. Мясо нам пригодится, я думаю, тоже. Хорошо. Так, ну что, идем обратно. Стол, пока не буду деньги тратить. Давай здесь посмотрим. Мясо хочу сделать максимально 5. Окей, пойдет. Хочу медные слитки максимально 15. Ну и сделаем максимально 15. Я думаю, что слитки нужны будут нам с вами в любом случае. Поэтому пускай валяется. Так, давайте расширяться. 1600, поехали. Тратим и получаем новые земли взамен. Где? О. Ну опять то же самое, да, давайте пробежимся, посмотрим, что там у нас. Благо, что впритык, и, конечно же, самое, да, вот это вот. Книжечки. Нетерпеливость. Уменьшает время изготовления на 15%. Окей. Принимаю. И умелец автоматически переключает на нужный инструмент. Вот это прямо вообще супер круто. Можно больше с панелью не, собственно, париться. Просто иди, собирай, подходи и, пожалуйста, сразу. Нужна лопата, лопата, нужен топор, топор и так далее. Это прям супер топовая, я считаю, прям очень удобная фишечка. Так что просто бегаем, собираем, а еще у нас с вами кончается. Кстати, да, я тут уже что-то это... Оголодал маленечко, пока работал. Надо поесть, надо поесть, восполнить силы. Даже, в принципе, я бы, наверное, сказал бы, что я пошел бы поспал. В
целом. Ну-ка, эй, коровка, отойди от моего места. Опа, еще еда, ты мою еду, что ли, подъедаешь? Не-не, так не пойдет. Давай. Оп, плюс мясо, отлично. И сразу, наверное, в топочку ее тогда. Пускай готовится, мы сегодня немножко поспим. Как же прям, блин, удобно. Прям вообще просто бегаешь, кликаешь, все нормально приключается, все кайфово, все замечательно. Ну, вы сами это видите прекрасно, там панелька сама по себе снизу живет. Но разве что еду включать теперь. Когда у нас там еще появится автоклик, то есть можно будет просто зажимать мышку, будет просто шикарно. Я думаю, что должно оно у нас им появиться, наверное, в ближайшее время. Ну что, побегали немножко, пособирали, 1700 денег насобирали. Давайте-ка, опа, к черепашке вернемся. Так, да, панцирь свой давай. Сюда, подожди, не убегай, все, кайф. И бежим, давайте смотреть, сколько там денег надо насобирать на следующее решение. 2400, ага, немножко нужно будет подпотеть еще побольше, но сейчас мы сами все это добудем. Вот таким вот просто образом собирая. Сейчас мы сами что-нибудь приготовим, естественно. Я как только что поел, но еда лишней не бывает, кушать хочется всегда, поэтому давайте сразу готовить еще штуки будем. Так, мясо хочу приготовить максимально 4, поехали. Стекло давайте сделаем, половина 8, поехали. Можно в целом поставить... А, кстати, мы с вами так и до сих пор прялку не поставили, вот что можно поставить, это точно. Давайте поставим ее, ну, опять же, пока островочки маленькие, небольшие, где-то здесь будем ставить все это дело. Так, давайте-ка немножко подрастистим уголочек, чтобы можно было прям вот тут это дело водрузить. Кстати, у нас там... Да-да-дай сюда. У нас там с вами, по-моему, почтовый ящик, да, готов. Тоже можно сейчас где-нибудь поставить, его будет. Так, прялка есть и почтовый ящик. Какие-то действительно важные письма. Допустим, хорошо, будем сами читать. Я думаю, что тогда около нашей кроватки поставим его. Пускай стоит. Здесь начинается твоя новая жизнь, постараюсь не мудрить, и все пройдет гладко. Я надеюсь, мы не ради этого потратили 500 денег и ресурсы. Ну, посмотрим. Так, можно что-нибудь еще изучить. Например, вот, кстати говоря, сеть. Мы теперь заменить можем делать 1400 денег. Ой-ой-ой, ну теперь тут все дорогое такое, да. 650 наковальня, кстати. Ладно, я для начала открою новые территории сейчас, а потом мы с вами поставим наковальню. Я так понимаю, будем там уже более крутые инструменты делать, скорее всего. Есть у меня такое подозрение. Вот, коровка, здрасте, иди сюда. Да-да-да-да-да-да, нам немножко просто осталось дофармить, поэтому я думаю, что сделаем с вами именно так. Так, тут крафтится. Ничего не крафтится. Надо, чтобы крафтилось, давайте еще больше еды. Оп, и здесь 5, отлично. Так, идем сюда с вами сразу, давайте. Что мы с вами можем здесь сделать? Смотрите-ка, нить. Да, кожу. Сачок, чтобы ловить жуков. Удочка. Позволяет ловить рыбу в море. Сложно, управление требует навыков. И рабочие перчатки включают режим удержания клика. Вот, вот для этого мы с вами здесь, как говорится, сегодня и собрались. Но нам нужны нитки, поэтому мы с вами сейчас нитки сделаем. Ой-ой-ой, много-много. Не, нам пока надо 5 всего лишь сделать. Для перчаточек сделаем перчаточки, будем сами кайфовать, и тогда уже будем дальше делать всякие ништячки, сачки там и прочее. Но еще кожу можно, кстати говоря. Но опять же, понятное дело, что одного вертака маловато, можно ставить еще верстаки. Да, дай, пожалуйста, спасибо. А, не можем, что не хватает. Древесины не хватает внезапно, кстати, ну, пожалуйста. Казалось бы, вроде собирали, целыми днями здесь бегали, а вот уже не хватает. Ну ничего, сейчас насобираем. В принципе, не проблема, какие-то инструменты у нас имеются. Руки тоже на месте, поэтому вперед. Ну что, пособирал немножко всякого разного. Давайте сейчас быстренько с нами здесь местечко освободим. Где, кстати, у нас... Ага, все, нитки вроде как упали. Да, все 5 необходимые для перчаток. Вот перчатки сразу поставлю крафтиться. Давайте, перчаточки. В смысле? Ох, что дерево. Так, давайте. Куда ты? Да зачем? Подожди. Нет, не надо. Гребаный камень. Вот, все. Так, давайте, мне пока тут опять ничего не выросло внезапно, резко. Вот тут, вот, да, вот, например, эта трава. Где там у нас вот так вот тебя поставим, рядышком просто. Здесь еще одну. И все, будет у нас есть обработочка идти тоже. Ну, давайте, не знаю, может, кожу там понаделаем. А, ну, нитки нужны для кожи, окей. Так, плащ притяжения, плюс 1 метр дополнительной дальности подбора. Звучит как тоже неплохая вещь. Сачок. Ну, тоже нитки нужны, естественно. Короче, везде нужны нитки. В общем, мы сами ставим здесь крафтиться нитки. Максимально 18, половину поставим, создать. Сейчас здесь докрафтятся перчаточки наши замечательные. Будет вообще супер кайф, будем зажимать просто кнопку, а не вот так вот бешено кликать по мышке, бедняжки. И заживем вообще просто буквально новой жизнью с вами, я думаю, да? Ну-ка, где оно? Все, есть.
И работает? О, да. Все, теперь я больше не клацаю по мышке, я просто зажимаю. И он все пылесосит просто идеально. Просто замечательно. Бегай, собирай, смотри. Короче говоря, копи денежки, открывай новые территории. 3000, кстати, уже так, на секундочку. Давайте еще открываем. Новые территории, хочу новые территории. Где? Где? Так, где-то там щелкнуло, слышу. Что тут? Что тут где-то? А, о, 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 о. Кажись, оно ядрит там сверху, сколько всего. Вы гляньте только на это, а. Там еще новые книжки, вот, собственно, за этим пол туда. Самое важное, новые книжки, естественно. Две, наверное, штучки, так же должно быть рыбалка какая-то. Частота рыбы появляется. О, чаще рыбы. Это мне нравится. Так, и вот здесь еще. Стремительность, скорость передвижения увеличится на 10%. Ну, вообще красота, сказка получается какая-то. Ой, прям в лицо мне выросло дерево, неплохо. Слушайте, все, кайф. Отлично. Просто стой, собирай. Но, кстати, клацаю-то я быстрее. Вот я клацаю. Вот так, а вот... Вот как бы, ну, сами видите, с какой скоростью он на автоклике, что называется, собирает. Видишь, как бы побыстрее это будет все-таки гробить мышку. А я голодный хожу, кстати говоря. Ой-ой, так не надо. Ну, в общем, да, ну, для тех, кому лень клацать, например, как я, будет иногда лень, да, можно просто зажимать и все, и, пожалуйста, он будет так же собирать. В принципе, удобненько, удобненько. Ну что, есть денежки, давайте, наверное, мы с вами возьмем наковальню, тогда еще исследуем, да? Потому что почему бы и да, как говорится, и сейчас с вами пойдем пока еще пособираем. Кстати говоря, возможно, я был голоден, у меня тогда чуть помедленнее собиралось, хотя я клацаю-то все равно быстрее, чем собирает. Но, возможно, да, из-за голода было чуть еще медленнее. Так что следите за своим, так сказать, кислотно-щелочным балансом, этим вот всем, это очень полезная штука. Ладненько, давайте мы с вами, наверное, еще сейчас пока поплавим всякие штуки полезные. Вот еще, например, кстати говоря, мясо поплавить неплохо было бы, да, чтобы поесть его. Рыб пока нет, но, кстати, это возвращаясь к нашим вот этим вот прекрасным штукам, мы сами можем сделать, наверное, удочку уже, да, почти все нитки на нее потратим и сачки. Ладно, хочу удочку просто посмотреть, как это будет выглядеть. Там так-то еще какие-то сетки можно исследовать, надеюсь, как... Ну, в том же самом, опять же, в форджере, да, мы с ними ставим сеть, и там просто рыба ловится, ты потом подходи, собирай. Надеюсь, работает так же примерно, но тоже потом, когда построим с вами, естественно, все это дело, увидим воочию. А все, а оно уже исследовалось, а дальше у нас получается здесь что? Крушитель. Разрушает ресурсы поблизости. Опачки, автосбор. Нормально. Сколько стоит? 800 всего, не так уж и дорого, слушайте, 5 метров. Ну, то есть мы сами ставим, типа, сюда крушитель, и он нам такой тынь-тынь-тынь крутой эту ковыряет, она появляется, он опять ковыряет, ну, кайф, кайф. Вот на эти штучки везде поставить, и будет нам сами немерено руды. Фига там корова куда залезла, нормально. Так, удочка, она должна была у меня появиться. Ой-ой-ой, как много всего. Так, у нас перчатки. Ага, нам их даже надевать надо, они просто как бы у нас есть. Вот здесь у нас удочка еще появляется, ну-ка... А где рыбка-то какая-нибудь? Куда-нибудь. Так. Вот я швырнул. Вот уплавочек. Должна ли быть рыба или... О-о-о-о-о. А как она работает-то? Я зачем нырнул? А-а-а, я понял. То есть, окей. Сейчас. Не понял. Ладно, пробуем. Вот так, вот так, так. Она краснеет потихонечку. Ага, и ушла рыба. Ну, давайте попробуем еще раз. Кажется, типа... Ой. Да, допустим, отсюда. Так, так, так. Здесь я ничего не нажимаю. Опять нажимаю. Опять не нажимаю, нажимаю. 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 Ну и как ее поймать? Возможно, требуется действительно какой-то навык. Потому что пока что-то супер дичь какая-то. Возможно, то, что я опять голодный стою, сказывается. А ну-ка, ладно, подожди, отпусти. Давайте поедим для начала. Что-то прям как будто бы надо поесть. На голодный желудок, знаете, дело никогда не идет. Ну-ка, давайте. Сейчас миска, как с вами, на это самое. Может, вообще поспать стоит. Силу, так сказать, бодрость остановить. Во, нормально, выспались хоть, как это самое, как люди, да? Так, ну давайте еще раз. Я хочу поймать рыбу. Но опять мало, правда. О-о-о, вот так другое дело. Ну-ка, кинул такое, значит. Сейчас рыбка у нас сами клюнет, и по идее опять поедет. Так. Ага. И еще. И как это должно работать? Это супер странно.
Ладно. Но она очень быстро прямо соскакивает с крючка. Интересная рыбалочка, конечно. Так, но мы сами должны поймать какую-нибудь рыбку, может, попроще. Там рыбка-то будет. О-о-о. Какая-то супер близкая, как будто бы, да, рыба. А, ну ладно, но она прям очень быстро падает вниз. Так, 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 давай, 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 ловись, моя хорошая, ловись, 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 ловись. Ой-ой-ой, так, 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 что-то наклевывается, чувствуете, да, чувствуете? Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, кажется, оно, оно, да. В общем, короче говоря, когда оно близко к центру, ну, точнее, вот эта вот, да-да-да, полоска, когда к рыбешке ее нажимаешь вовремя, она далеко не скачет, и тогда, как бы, она, как бы, вот она ловится, да, вау. Как будто бы это как-то так работает. Но, в общем, теперь стало более-менее понятно, как оно должно, как оно работает. И теперь у нас с вами есть шанс ловить рыбку разную, надеюсь. Что нам по рыбе вообще, давайте посмотрим. Так, ну рыба есть. Три еды, наверное, тоже можно жарить, всякие штуки с ней делать. Ну что, друзья, вот такая вот игрушечка. В принципе, такой, знаете, мини-форджер, но с большей графикой. Как-то так именно назовем ее, наверное. На сегодня будем заканчивать. Спасибо огромное за просмотр, как обычно, вам всем. Ну и хорошего дня или вечера, или что у вас там сейчас, когда вы будете смотреть. И еще раз напомню, что у нас есть Telegram, не забывайте заходить обязательно туда. А мы с вами увидимся. Всем до скорого и пока-пока.